Значит, сегодня у меня был этот подрядчик, я высказал все. Кстати говоря, у нас вышла из декрета специалист по дорожной деятельности. Сейчас она берет это в свои руки кураторство. Вот, обо всем этом я сказал. Сказал, что пора усиляться. Если такими темпами мы будем вывозить снег, то мы будем до июня его вывозить. Вот, как бы тоже ушел с пониманием дела. Я говорю, и пора уже не только по ночам как бы работать, но снег-то вывозить вывозим, ну а накат-то он как был, если он что-то стал поменьше, но он все равно есть. Есть, его надо убирать. И справедливые нарекания автомобилистов, и просто жителей. Будем работать над этим, будем.